Приветствую силачей старой школы, всех любителей атлетических и тяжелоатлетических извращений, а также мудил с хрустальными спинами и бомбящими жопами. В общем, недавно я ехал в тачке с Минска, и, наверное, многие знают такое ощущение, когда ты начинаешь дремать, думаешь о чем-то о своем, и твоя реальность смешивается со сном, и тебе в голову начинает лезть всякий бред. В общем, как раз произошла в очередной раз такая ситуация. Я ехал, начал дремать, начал обдумывать какие-то упражнения. Вдохновленный Смольниковым и Гуил Текилой, я вспоминал некоторые движения, которые они делают, и как-то сами собой они у меня сплелись в очередную связку, которую можно назвать «Сладкий сон Виктора Блуда номер 2». В общем, вы сами ее увидите. Повторять вам ее или нет – ваше дело. Ну что, комментируем, пробуем, кто смелый. Ну и, конечно, бомбим жопами, кто очко. Throw it back to me. I spent a lifetime alone.